моя любимая зритель. Сегодня я вам покажу, как избавиться от отека ног. То есть это касается тех, кто очень много ходит, может быть, профессия связана с тем, что целый день стоит. Вы приходите домой, у вас ноги отекли, тяжесть, неприятности. Вот у меня вторая профессия – это парикмахер, и вот бывает такое. И поэтому можно воспользоваться вот таким советом – это йод. И также нам понадобятся ватные палочки. Мы с вами будем делать йодовую сеточку. Также, знаете что, нужно удостовериться, нет ли у вас аллергии на йод. У меня ее нет, я ее делала. Сделать ее просто, то есть нужно нарисовать небольшую полоску йодом на внутренней стороне запястья и подождать 30 минут. Если ничего нет, то можно воспользоваться йодом. Друзья, хочу посоветовать вам интернет-магазин профессиональной косметики Too Faced Shop. В нем возможно найти все для начинающего мастера маникюра, парикмахера и других мастеров индустрии красоты. Огромный ассортимент товаров, персональный подход к каждому клиенту, также доставка по всему миру. И это только небольшой перечень услуг интернет-магазина Too Faced Shop. Я там не раз делала заказ для парикмахеров и очень довольна. Рекомендую, ссылочка будет под видео. Кстати, еще хотела заметить, что как бы эффективным не был этот метод, постоянно пользоваться, злоупотреблять этим методом не стоит. Вообще, если вы не уверены, то нужно проконсультироваться, а вообще советую делать не чаще 3-4 раз в неделю. Прям вот каждый день не стоит делать. Также еще хотела отметить, что не нужно наносить йод сплошным слоем, иначе можно получить ожог. Как я уже сказала, ни в коем случае нельзя наносить йод сплошным слоем, иначе можно получить ожог. И теперь ватной палочкой следует нарисовать на ступнях тоненькую решетку с размером ячейки примерно 1 на 1 сантиметр. Также хотела отметить, что не стоит забывать, что йод повышает температуру тела, поэтому при насморке, если нет возможности попарить ноги, следует на ночь нанести на пятки йодную сеточку и сверху надеть теплые носочки. И еще очень важный фактор, кроме того, благодаря этой процедуре можно узнать об уровне йода в организме. Если вы нанесли вечером эту сеточку, а утром сеточка исчезла без следа, значит тебе нужно употреблять побольше морепродуктов и другой йодосодержащей продукции. Все, всем спасибо за внимание, до следующих встреч!